Владимира Кононова здесь рады видеть всегда, ведь он почетный донор, сдал кровь больше 40 раз. Впервые попробовал себя в этой роли 16 лет назад из любопытства. Узнал о том, что у него редкое сочетание группы резус-фактора, первое отрицательное, и теперь делает это регулярно. Вопрос не сколько там какой-то выгоды, а в силу того, что никто не застрахован от попадания в больницу, я просто всегда это делал. Тем более очень часто группа, скажем так, социальная, которая попадает в больницу, это дети. Соответственно, реакция здравомыслящего человека о том, что нужно прийти и сдать кровь или плазму. Стать донором может каждый, но для этого нужно быть здоровым, совершеннолетним и иметь при себе паспорт. И не только. За 2 дня до предполагаемой донации поддержать диету, отказаться от жирного, жареного, острого, копченого, очень соленой пищи, не пить газированные напитки, воздержаться от алкоголя любого. Дальше все просто. Заполняем анкету, регистрируемся, идем к терапевту проверять давление, сердцебиение и общее состояние. Замечательное давление, пульс хороший. И мы сейчас допускаем вас к следующему этапу. Вы пойдете с пальца кровь сдавать. Укус комара потерпеть придется. Без этой процедуры не обойтись. Перед донацией обязательным условием является определение уровня гемоглобина и группы крови. Все это можно сделать во время экспресс-анализа. После всех проверок нужно зарядиться энергией. Для этого донору дают сладкий черный чай и печенье, ведь впереди ответственный момент. Но переживать не стоит, специалисты все сделают быстро, а главное – безболезненно. Хочется, кстати, развеять мифы о том, что донация – это больно. А на самом деле, по ощущениям, вот как будто вас ущипнули за внутреннюю сторону локтевого сустава, и все. Лежите, отдыхаете. После процедуры еще раз проверяют давление. А еще приятное дополнение. Можно получить компенсацию на обед и справку по месту требования о дополнительном выходном дне. Добровольцев в столице много. Каждый день сюда приходит примерно 100 человек. Этого достаточно, чтобы обеспечить центральные и районные больницы. Сдать можно не только кровь, плазму, клетки тромбоцитов и эритроцитов. Но главное то, что капля крови может спасти жизнь. Наталья Жадько, Руслан Хохлов. Утро нового дня.